Блин, макака. Как же меня доставать ты будешь? Херней ты. Паузу прожми. Прожал. Тут качается это? Нет. У меня это. А кто был открыт? Хрена просто. Моральное насилие. Обман зрения. Ну не туда. Пенальти. Ларис номер два просто. О, спасибо. Красная, да? Красная. О, а что? Давай. Ну ладно. Угу. Хорошо. И это последний раз, когда я вам это прощаю. В следующий раз удаление из команды по-любому. Не из матча, из команды. Это правда на бахалке. Ну, это хлук. Хлук, швак, токсин, углевод. Ора. Теперь центр проводится. Да, Ронь. Это не Роня. Это там Роня. Это Мариан был. Вон слева Роня, блин. Я говорю, хотел, чтобы он забежал. Ой, ну ты прям вообще. Ты прям Ванга. Ну, конечно. И что? Оп, все. Оп, все, все. Все, конец. Давай мне еще красную. А за что, мне интересно показать? А я там сходил. Да? Оп. Знаешь, такой... Вообще беспалено там, знаешь, там просто текстуркой коснулся там полигоном недорисовавшимся. What the hell? Оп! Оп, все! Мне про футбольного инопланетянина сказали. Футбольный инопланетянин. Он не. Он еще не. Я так хочу посмотреть. Кемпер. А, крыса. Имбапикер. Да а чё-то, не... чё случилось-то? Чё? Ну ладно, мразота. Ну давай. Это левая. Ты что делаешь? Ну, Алмеш, ты вообще капец, он дебил. Чё ты? Эй, типа, он говорит, темпларка, темпларка. Типа, я темпларка, меня не видно. Это Рики, с Лотаром. Инопланетянин. С Лотаром. Ой, блин, Алвиш, дегенерат просто. Ну, блин, ты не мог послабее? Футбольный инопланетянин сегодня играет у нас на поле Бамбанейра. Бамбанейра. Инопланетянин хорошо головой играет, у него же голова там какая-то форма, да, овальная. Оп! Ой, брат.
тебя вратарь просто опаснейший. Просто с района пришел такой, типа, ну чё, кому там навалять? Бинтыки давай. Вот ты испугаешься его. Ого. Это медленное говно. Да как? Ну и вратарь Нубяра, да. Ты что ты делаешь постоянно? Почему я за мячом должен бегать? Ты меня изматываешь, что ли, специально? Новая тактика. У тебя ничего не получится. А не у меня это. На адреналине. Инопланетянин! Я бы Чё было? Давай красную. Мне интересно, за что? Что там записываешь? Просто. Ну смотри. Бам-бам-бам-бам. И чё? Вот ничего не было. Вот кто бы что ни сказал, ничего. Вот все, что вот было, вот ничего не было. Чтобы ничего не было. Как офсайд. Капец, Нальдо выше. В смысле? Да там, наверное, просто камера так и показалась. Там Нальдо и Бентеки показали. Там Нальдо был выше Бентеки. Нальдо и так выше. Да? Да, у него 198 и 197. Ну, как будто огромный прям вообще макака. А хоть бежать уже! Иди отсюда! Иди отсюда! Бинтейки ломайте! Тебя скушать, что ли? Не надо. А подожди, стой, а на что? Че на что? На обед, на завтрак. На коляшник. На АК, что ли? 47? А я раньше их слушал. Это как сказать, знаешь, я Warface играл. Я просто... Знаешь, что я играл в Warface, это ничего не сказать. Нет, сказать, что ты играл в Warface, назвать себя... Да, не попал. У меня передатчик... А, нет, у тебя передатчик круче. Да что ж скакалка-то? Все у тебя круче. Хотя не, у тебя ничего не круче. Пока говно, интернет говно. Все говно. Скилл круче. Ой-ой-ой, это почему-то я выигрываю чаще. Везет. Да-да-да, лайкер. Аватар собрал. Ай, это что такое вообще сейчас было? Ох, нет, я должен был убить. Нет. Нет. Судья, свисти. Судья, ну давай. Посвисты. Это что такое? Это что такое? Я все сейчас не понял. Где отсюда? Ударь, ударь! Он не бил, блин. Он не ударил. Это сейчас что было? Уважаемый Диаш Калыш, понимаете, что на ваше место может стать в любой момент Александр Погребняк? Вообще-то его зовут Паша. А мне похеру, будет ли Александр. Александр Погребняк. Вы ведь понимаете, что место может освободиться в любую минуту. Контракт просто будет разорван и все. О. Опять сунуп. Хватит пасы давать, ты нубяра. Капец, они делают не те движения. Еб. Да нет.
А, ну Халк. Улагает. Не залетел бы. Капец он огромный. Это макака совачья имбовая, блин. Ну, бяры. Только с ним можешь играть. Бакака. Только с ним можешь играть. Ну. Бать, бежать. Ну, капец, офсайда там не было, то есть, да? Дьявол. Ну, нормально. Ну вообще Бумен как бы бежал. Да бежал, я бежал. Ну я не. Ну вот можно было чуть левее дать. И, ну, ну и чё? Вот и на мяч все забили сразу же. Зачем? Хуя сей. Вот при чём тут офсайд вообще? Давай красную мне дай. Чё лежишь там? Дайте, не могу. Пато! Ну Пата просто стоит на месте. Побежал, я бы сразу вперед пас дал. Тут не было вообще офсайда. Я подожди, погоди, стой. О, просто вот. За что? Давай. Дыши. Ой, что это такое? Я вообще друг. Бирка. На! Вообще 2-2 должен что-то быть. Потому что вот это вот не считается. Вообще-то 2-1 должен был быть. Когда тот вообще не путает. Тот был по-честному, а когда мой вратарь решил просто вообще ничего не делать, просто вперед бежать, это было тупо. Было так очевидно. Я вообще не это... Сантиметр над землей. Какой офсайд? Судья. Красненький. Красненький. Если я хочу, чтобы был жёлтенький. Хоть дальше. На! Все честно. Отдай пиксел. Лагушки. А, все правильно. Ты мне забил тупой, я тебе забил тупой. Все нормально. Я сейчас перестану.
Чё? Чё? Чё так? Бата. Бата. Вот это нормально вообще. Зачётненько. Тимворк. Тебя Сонити спасёт? Блин, ну... Абумиянг. Ну ты... Ты хоть думай, что ты делал? Да так вот бить обездуманно, как Халк и половина его игроков, это, ну, это неправильно, понимаешь? Это может выйти потом тебе боком. Навес наверх. А, там офсайд. Все попадали. Смотри. Оп! 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 Блин, слишком сильно. Не, ну, как бы да. Господи. Просто по лицу. Не, ну, конечно, посерьезнее было, когда там мой просто другого чувака, короче, просто ногой ему по лицу, да. Просто наступил ему на голову. На тебе. Быщ. 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 Да-да. Да, прям... Знаешь, какой ты профессионал? Да, обычный. Русский. Это обидно. Школяр. Господи. Чего бы мы реально бачили, если бы человека на лицо наступили? Вон. Это понятно. А еще. Обидно. Обидно? Там помни до обид. Он обидится. Просто в воздухе наступил на лицо и уложил его так. Все запутали. Не дауны. Видишь, видишь, оп, 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 видишь, там себя запутал. Губки. О, губки. Это Бентеки. Это Алвеш. Ну хорошо, хорошо, хорошо. Сейчас я попробую. Оп, оп. Блин, точнее получается. Иди спокойно могу пойти. Разные. Да что ты делаешь? Разные финты. Вот, например, сейчас. Смотри. Так, дай. Вот этот финт. А. Я сразу понял, что ты именно этот будешь делать. Как меня там боремся, но урабатываем. Офсайд. Тут красиво будет, смотри. Неа. Там офсайд. Делал. И чё? И чё? Ой, ой, это макака, это имба. Точно. Имбеки. Бики. Или рентеки. Кончено, что ли? Да. А, ну ладно. Тогда всё с тобой. Ну блин, вот если бы он вот там вот не затупил бы, то было бы вообще шикарно. Я знал. Ну только не туда, правда, там. Оп, оп, клоп. Дальше что?
Не было, вот не было. Давай красную. Доставай свою красную, давай. Молодец. Давай-давай. Болельщики, ловите! Помню, мы еще прикалывались, типа там... Халк ударил, ворот улетели. Болельщиков. Болельщики улетели на орбиту, в стратосферу. На орбиту, в стратосферу. Это гол. Ну не, ну сейчас будет гол, пусть там бинтеки. Поставь бинтеки в защиту, он же так хорошо там играл. Ты бинтеки. Так, я господи. Оп! What the fuck? Как ты ударил-то? Это не так делается, иди отсюда. Не то! Ладно, хорошо. Вот, ну это вообще не то. Все, свисти, придурок. Свисти, придурок. Нет, не свисти. Свисти. Ку-ку-ку. Свисти! Не берите мяч, свисти! Чё? Чё? Он тут при чём вообще? Свисти. Петух забрасывает. Петух криво кидает, бьет. Свисти. Тебе еще продержаться, потому что пенальти я тебя выиграю. Как в тот раз? Хвост-то мой. Ой, что делаешь еще? Жесть. Я знал, ожидал это. Ну блин, ну... Вот это да. Ну, дай! Да чё? Ой-ой-ой! Чё защиты происходит, вообще не понимаю. А, нет! Кривой. Бентеки, видишь? Чё лагает-то? Слушай, почини свой интернет. Да я уже когда у тебя лагает. Вообще ни одного лага. Ну, у меня просто так лагать не будет. О! Интернет хост мой. Блин! Нет! Нет! Это не угловой. Угловой. Скотина! Гадина! У тебя, блин, головастик, у меня тоже Данте был. У меня тут головой забивал. Блин, бинтек имбовая обезьяна. Иди сбивай. Так пусти. Мяч дай. Вы чё вот с этим делать? Да за что, я не понимаю, вот реально. Вот судья тут тупой какой-то. Даже 13 такой не было. Тупость. Лол! Судья, лови, беги к нему к воротам. Скажешь, что оттуда разводим. Как пенальти сделаешь мне. Подарок. У меня день рождения. Сегодня. Зачем ты ушел оттуда? Ах, Нубиара выбивает! Слышь ты, блин? Иди отсюда. Иди, быстрее сбивай. Ты меня пропускаешь. Я короче, пойду в геймпад. Ну это невозможно. Вот лучше наоборот трогай его. Себе, забей. Ой, не туда.
Ты такой конченый просто. Погнали. А, это жесть. Жесть. Какой нуб. 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 Нуб.